Всем здравствуйте. Долго думал, делать или не делать на данный ролик. Решил лучше сделать. Почему? Потому что, может быть, кому-то он поможет, чтобы делать дальнейшие шаги, ну, в плане своего оздоровления. Хочу рассказать о небольшом чуде, которое произошло в пятницу. Ну, прошу за подробности, кто-то, может быть, обращал внимание. У меня на левой руке несколько месяцев последних была шишка такая большая. И люди, связанные с медициной, ну, говорили, что в принципе уже нужно оперативное вмешательство, пусть не глобальное, маленькое, но нужна операция. Вот. Ну, я долго тянул. Вот. А в пятницу случилось следующее. Как обычно, после тренировочки я маленький спарринг затеял. Вот, и отборолся хорошо. И ну, как бы ничего не заметил. Утром в субботу встал, посмотрел на свою руку, а у меня шишка исчезла. То есть я помню, было какое-то такое непонятное движение в борьбе и ну, как бы напряжение какое-то непонятное. Вот. Сейчас шишка, видите, что правая, что левая рука, одинаковые руки, нет никакого такого чужеродного какого-то непонятного состояния руки, да. Что я хочу сказать? Ну, вот это как пример того, что если заниматься целенаправленно своим здоровьем, если заниматься, в частности, борьбой как средством оздоровления, если имеется положительный настрой, если есть хорошие спарринг-партнеры в оздоровительной борьбе, Саша Баранов, спасибо, то эффект будет положительный всегда. Поэтому занимайтесь своим здоровьем, занимайтесь здоровьем через борьбу, любите себя, вам всем здоровья, всего хорошего, удачи, пока.